Усім привіт! Сьогодні поруч зі мною знаходиться шеф-повар Ігор. Доброго ранку, Ігор. Добре утро. Як ваші справи? Як ранок сьогодні? Дуже добрий ранок. Сьогодні ми приготуємо дуже легенький салат. Під утро дуже підійде він, так як не сильно тяготить ваш желудок. В нього входить лист салата з руколою, консервований тунець, сир фета, спаржевая фасоль і мідії. Соус тартар. За него мы поговорим потом, наверное, отдельно. Я расскажу, из чего он состоит. Приготовление салата, в принципе, очень простое. Берем лист салата, предварительно помыв его просто целиком, грубыми движениями. Нарываем в тарелочку. Добавляем листья руколы. Немножечко перемешиваем, насыщаем кислородом, который так нам необходим. Затем берем тунец. Можно тоже ручками. Грубо его сминаем. Чи їжа полюбляє грубість? Чи є риба, яка полюбляє грубість? Є така риба. Сир фета. Все делаем крупными кусками. Сейчас тенденция в основном кухни – это все крупнокусковое. Как бы даже внешний вид у него более привлекательный. Сальса уже мелкая нарезка не в моде. Затем спаржевая фасоль. Миди. Миди, гляньте. Прямо з моря. Чилійського моря. Ви виясняли до зйомок, це чилійські миді. І все заправляємо соусом тартар. При подачі в кафе ми салати не перемішуємо. Ну, дабы человек видел, что он свежий, только что приготовлен, ни с какого ни стазика, ни с чего, а все делается из-под ножа. Ну, а в домашних условиях это все можно поместить в мисочку, перемешать. В тазичек, да, в какой-то и... И мать тазик салата у себя в холодильнику. И, как говорит, как у нас говорят, познакомить продукты друг с другом. Как мы познакомили друг с другом сегодня все эти ингредиенты, давайте спробуем, как оно. Знайомтесь, любезна к нам подошедшая Анечка сьогодні розділить з нами цей салат. Давайте спробуємо, який він на вкус. Так, я вам наведу сразу так, да? Спасибо. Так. 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 Это все хватит. Хватит? Да, мне хватит. Спасибо большое. Ну и мне тогда все остальное. Это можно было сразу с этой тарелочки. Выбачьте. Ну что, соус уже смачный. Давайте спробуем. Нам важлива ваша якась оценка происходящего. Что вы чувствуете, какие почуття, какие эмоции вызывает цей салат у вас, Анечка? Ну, с виду, конечно, очень аппетитно. Вы решили, надо размешать, так, его? Я думаю, да, стоит перемешать его с соусом. Соус, тартар, мне ленты. С чего начнем? Я, пожалуй, начну, конечно, попробую мидию. Важко так їсти, коли знаєш, що на тебе дивляться Женя. Ну, це тільки спочатку, це тільки спочатку. Так як я люблю мідію, мені дуже вкусно. Зараз спробуємо. Скажу лише, що салат просто бомба. Спасибі велике вам, Анечка, що составили нам сьогодні компанію. Спасибі салату та спасибі Ігорю. Він з нами. Сьогодні він зробив цей салат. Ми з'їли. Всім пока, смачного, гарного дня.